Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые любители пляжного футбола. Фредов, как обычно, нас встречает хорошая погода, но сейчас у нас супер поединок здесь. Хозяева, команда Дельта, встречается с лидером чемпионата, с командой Кристалл, с командой, которая не потерпела пока здесь ни одного поражения. Немного, наверное, расстроено вчерашним поражением, но Дельта пропускает и сегодня. Первый — Родриго, открывая отчет в этом матче. Как же без этого бразильца? Эдю Дельта продержалась. Конечно, так можно сказать. И Родриго 11-й гол свой забивает в этом сезоне. 1-0, Кристалл впереди. Тоже болельщики, которые здесь присутствуют на трибунах, скандирует дверь. Его выяснить. Так что в этом матче он не сыграет. Переметин. Гол! Анатолий Переметин там, где нужно. На отскоке, на подборе. Как хотите, на пятачке, можно так сказать. И Переметин счет сравнивает в этом матче. Ничья у нас. И Кристалл всей команды бежит меняться. Всей команды, потому что и Островский также производит смену на Чушкова. Я думаю, что это не связано с пропущенным голом. Это просто вот такой тактический план Энджело Ширинце дать вратаря Маурисини с мячом на Краша. Краш! Делает счет 2-1 в этом матче. Как будто ничего не произошло. Даже болельщики такое ощущение, что не поняли, что сейчас действительно в этом матче случилось. А случилось то, что Кристалл здорово сыграл центр поля, и Краш дал тогда. Смотрите. Вот перекладина, мяч летает, и вот Кристалл впереди. Очень неприятно нам такую ситуацию сюда пропускать. И забивает! И забивает Бакиня! 2-2 в этом матче. И вот как сейчас говорит Артем Скачков, ведущий здесь на стадионе. Это первый гол Бакиня. Действительно, на этом этапе в Саратове он здорово выступил в Питере, а вот здесь сейчас играет не только результативно. Но вот этот гол становится седьмым у него в чемпионате. Макрата из себя и Никита! Солдатов, то ли грудью, то ли животом, неважно чем. Главное, что Солдатов на последней секунде выводит Дельту вперед. Первый период Дельта выигрывает. Там есть, правда, еще, наверное, секунда, даже чуть меньше. Но в любом случае Дельта, скорее всего, уже не пропустит. Солдатов делает голевую передачу, но... Хороший удар, Тангер! Что сотворил? Казалось бы, нет особого варианта у Дельта для развития здесь атаки с углового именно ближе к воротам. Пошла передача на Тангера, а тот, смотрите, откуда пробил-то. И похоже, что не видел здесь Иван Островский. Полеты мяча ему там закрывали Ильинский, кто-то из... Да, Переметин. В защите, либо в атаке Шишин. Шишин все-таки забивает свой гол. Красивый гол в исполнении Кристалла. 3-4. И 4 стал счет в этом матче. Дмитрий Шишин. Тоже красивый гол, но вот до этого, если бы забил Шишин, был, конечно, еще более мощнее. Это, на мой взгляд, проводит еще много игрового времени, а сейчас Карташов снова появляется. Карташов на площадке и снова он забивает. Снова Карташов использует свой момент.
И вот таким образом Карташов празднует этот гол, улыбаясь, убегая так вот назло болельщикам рядом с трибуной. Давай, передача Дмитрия, но Дмитрий все-таки пробил, а Жариков подправил мяч головой немного, и Жариков становится автором пятого гола ворота Дельта. 5-4, и Жариков пошел поблагодарить Ширинцы за то, что тот доверяет ему. Ну, посмотрите, опять молодые футболисты Кристалла, и Жариков, и Карташов появляются на замену и забивают. Теос нарушает правила на Маурисиньо, тот остается с мячом, пробивает и забивает Маурисиньо, и танцы бразильские пошли от Маурисиньо. 6-4. Опять очень играюще Кристалл берет и забивает очередной гол. Друзья, делает 6-4 в пользу Кристалла. Мне кажется, что Кристалл сам собой играет, позволяет немного соперников в матче. Шишков, Андреас уже Маурисиньо и получает вот передачу, головой забивает седьмой гол. Ну как же все идеально и просто получается у Кристалла. Максим Шишков, голевая передача, Маурисиньо дубль оформляет. Гусев пробивать надо. И забивает Гусев гол. Красавец. Примерно как вчера. Александр Гусев сейчас забил. 7-5. Этот гол, наверное, покрасивее, чем вчера Локомотив в исполнении Гусева. Ну вот он, возможно, момент, когда Дельта немного проснется. И сейчас еще Кристалл забивал. О, да, забил. Все-таки забил Маурисиньо. Мне же показалось, что Маурисиньо мажет. Тем не менее, Маурисиньо попадает. Таким образом, Маурисиньо оформляет еще и хэт-трик в этом поединке.